Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю официальное русское сообщество по игровому движку GameGuru. И в этом видеоуроке мы изучим, как импортировать свои собственные модели в движок. Что ж, урок получится быстрый, поскольку никаких трудных действий здесь нету. Нажимаем файл, импорт модул. Выбираем нашу модель. Я ее скачал с интернета, модель статическая, без анимаций. Все модели должны быть в файле .x или .3ds. Здесь мы видим такие простые достаточно настройки. Справа, в правом окне мы видим, как можно его покрутить. Здесь мы можем выбрать разные шейдеры. Так, ну здесь его пока их не заметно, поскольку модель-то такая... Не очень, на самом деле, пригодные для шейдеров. Так, где-то у нас Entity Basic. Верхняя панель, вот верхняя вот, ползунок Scale отвечает за относительность этого объекта. То есть мы можем его масштабировать до определенных размеров, как нам нужно. А вот красненьким это показывается игрок. То есть мы масштабируем наш объект до тех пор, пока игрок не станет таким образом стоять, чтобы он был, ну, чтобы он удовлетворял тем условиям, которые присущи нашему объекту. В данном случае я масштабирую стол до таких размеров, чтобы я с него мог вот таким вот образом, наверное, да, взять. Дальше Custom Mod Box или полигоны. Ну, в данном случае нам полигоны не так важны, поскольку под стол залезть мы не сможем, поэтому мы используем бокс. Мы также можем использовать полигоны, это для коллизии и так далее. Default Static у нас он изначально статичный. Здесь у нас назначается его как бы жесткость. Можете изменять как хотите, но я ставлю 25. Ну, 20, ладно. Is a character? Есть это персонаж? Нет. Is an objective? No objective. Как бы прозрачности, да? У нас нету стандартный или после рендера, если это стекло. У нас нет никаких прозрачностей. Дальше идем. Материал. Generic. Да, мы можем сделать это как камень, как материал, как дерево. Давайте это будет дерево. Default script. Ну, скрипт никакого для стола у нас нету, поэтому оставляем default load, то есть он ни за что не отвечает. Так, первую часть мы настроили. Теперь переходим на настройку коллизии. Здесь мы должны вот здесь выбирать вид, чтобы смотреть, как коллизия меняется. Вот. Кстати, на топе. Здесь блокируются кнопки. Мы можем передвигать их. Вот. Таким вот образом. Так, перейдем во фронт. Left. Ведь у нас здесь получается... вот. Такими линиями обычными у нас нарисовано mesh сам. Его крайние части. Вот они у нас сейчас не совпадают. А сейчас уже лучше. А, вот, здесь мы настроили коллизию, здесь мы можем ее также каким угодно образом вращать. Если объекты какие-то имеют кривые, здесь у нас идет, соответственно, центр для настройки этой коллизии. Мы перейдем дальше. Thumbnail. Это, я так понял, это стандартный его поворот, как он будет отображаться. Ну, мы оставим пока по нулям. Дальше переходим, опять же, в Properties. Дабы настроить текстурку, мы можем выбрать любую текстурку, но в моем случае я, видите, в PNG форматы, JPEG, давайте вот JPEG 2 выберем. Вот, накладывается такая текстура, давайте ее покрутим, посмотрим. Да, достаточно намного лучше текстура в сравнении с предыдущей. Также развертка уже предполагается в самой модели, поэтому за развертку здесь мы отвечать никак не можем. Нажимаем теперь. Дабы какие-то подсказки посмотреть, нажимаем вопросик. И здесь, в принципе, все написано, что за что отвечает. Давайте сохраним теперь нашу вот такую уже настроенную модель. Только давайте чуть побольше
какой размер. Save Entity. Мы должны выбрать GameGuru файл Entity Bank User. Мы должны написать теперь название. Напишем Table. Нажимаем сохранить. Теперь файл. Ой, не файл. Извиняюсь. Так, Entities User Table. Так, но cancel. Закройтесь. Вот наш столик. Давайте сразу добавим маркер. И запустим игру, чтобы проверить, насколько правильно мы поставили коллизию, насколько работает система материалов. Код оружия забыли поставить, конечно же, это большой минус. Что ж, ну давайте подождем загрузки. Так, вот наш столик появился, у него черные ножки, поскольку не отображается здесь ни свет, ни текстура, была криво на модели наложена. Через него, видите, я не могу пройти. Запрыгнуть на него вполне могу. Если присесть, врезаюсь. Но, в принципе, столик работает. Так, ну что ж. Таким вот образом вы можете создавать свои собственные, импортировать свои собственные модели в игровой движок GameGuru. Что ж, на этом все. Спасибо всем за внимание. Меня зовут Максим Епихин. Напомню, что я являюсь официальным представителем русского сообщества GameGuru. Мы его основали не так давно, но люди уже тянутся. Здесь это обилие людей продолжится, и мы сможем найти с вами общий язык. Также мы проводим частые диалоги с официальными разработчиками, как на площадке Steam, так и личной переписки. Поэтому всю новую информацию вы можете узнавать в нашей группе, ссылка на которую находится в описании. Еще раз всем спасибо за внимание. Всем пока.